В общем, это видео про лес, и оно очень мрачное. Кому интересно, смотрите. Мы будем лазить по лесу, и непонятно, куда идем. Что-то я с этой бородищей на Тихого похож. Смотри, одно лицо практически. Не сказать. Но у него борода больше. Мы вышли чисто поесть земляники, да? Нет, мы как бы хотели костер пожечь, но не. Не, ну мы сейчас подальше в лес уйдем. Что, еще нашел? Да, еще одну большую ягоду. Ну закажи. Вот уже. Уже три больших там есть видно. Да я думаю, видно. Я тоже думаю. Кто фанат Иван-чая, самое время собирать. А там его вон вообще много. Если хочешь, давай. Очень много. Будем набирать, говоришь, да? Ну, если хочешь. Ну, а ты сам-то будешь его пить? Я, если честно, его никогда не пил. Да пил, ты просто не знаешь. А, я не знаю. Да. Полезешь по традиции на этот пенек фоткаться? На этот? Да. Ну да, ты на нем уже сколько сфотканный. Слушай, а вон арабская рябина. Где? Вон. А, вот это? Да. Я ж тебе говорил, в лесу по-любому попадется. Хочешь прикол? Какой? Я сейчас собирал эту землянику. И я так на ней сфокусировался, я тут не заметил, что тут шмели вовсе. Ну не страшно. Слегка собираю. Все. Съел? Или ягоды нету ягод. Я уже забыл, как на него залазить. Ну ты сейчас вообще вон. Раньше я тебя на него подсаживал. Ну-ка. Ничего себе. Перфекто. Кстати, это слово употреблять нельзя. Какое? Какое я только что сказал. Ты когда не увидел личинки муравьев вживую? Что-то случайно. Да, видел. Я случайно расковырял домик. Ну ничего страшного, они починят. Вот часов вообще не спешат. Много здесь, да? Ну да. А это недоспелое. Ну ничего страшного. Что, не очень две, черника, две, да? Две фигни, две ягодки попались, они были совсем маленькие и жесткие. Ну сейчас мы не туда. Сейчас вон там, когда будем. Там черники много. Ну вот, вот так вот выглядит. Да я черника. Вижу. Вот, это все, это килотонны просто черники. Да не, это еще мало. Ну да. Не знаю, по мне ее тут мало. Ну вот, на, сам попробуй ягодку. Да не, я не хочу. Мне яблок вполне достаточно. Чё-то на нашем месте никого после нас и не было. Палочка наша. Наша это. Дрова, которые мы тогда мачете рубили. Слушай, реально, смотри, никого не было. Здесь раньше была полноценная дорога, а сейчас ее нет. Буквально недавно, ты маленький был, ты тогда повелся, знаешь на что? Я стою такой, говорю, ну вот кустов не было, я говорю такой, на самом деле здесь приземляются НЛО, поэтому здесь круглая поляна. Ты такой подбегаешь ко мне, говоришь, пап, а что, правда, да? Я тебе говорю, не, я говорю, угораю, просто стою. Я даже не думал, что ты подбежишь. Я потому что стоял так же. Меня на телефон снимали, а я всякую чушь нес. Ну, как что? Полезем? Под или над? Да здесь-то похоже. Вот. Ну мне-то просто. Здесь под. Опа! А вот там вот над. Да. Опа! Недавно это все попадало-то. Слушай, ну здесь реально раньше полноценная дорога была. А теперь вообще ничего не осталось. Только противопожарный ров. Если бы они не прокопали, мы бы ее с тобой даже не нашли. Там кто-то есть. Но мы проверять не будем. Так, тишина, никого. Погнали.
Пойдем сейчас дальше. Просто у нас тут это, двое в лесу живут. Помнишь, я тебе рассказывал? Замолчали. Может, тебе показалось? Мне кажется, нету никого. Такое впечатление, что вон там где-то народ есть. Вроде как Серега говорит, слышно, что кто-то разговаривает. Ну, не факт, может, мне показалось. Не знаю. Потом на записи посмотрим, факт, не факт. Может, кто в кадре мелькнет, да мы не заметили. Видишь, вон тропинка откуда-то идет. Дороги вообще нет. Сейчас пытались ее найти. Ее просто нет. И все. Вот где мы сейчас? Хрен его знает. Хотя я догадываюсь. Точно. Вон эти. ВЗУ. Синий забор за мной, если видно. Видишь? То есть мы обошли это все? Нет. Мы с тобой прошли так. Вон это, возможно, это как... сзади. То есть это не вторая, а это первая, но с этой стороны. Ну, короче, мы обошли ее. Так. Только гигантским путем. Но зато есть, что вон, быстрый проход к дороге. Только этого пойти надо, но это... Но это несложно пойти. Ну, пошли вон туда. Мы в итоге выйдем. Сейчас у горок. Ну, я понял теперь, где мы. Мы здесь тоже раньше ходили. Вот здесь такие шикарные заросли теперь. Вон туда тропинка идет. Пойдем туда? Нет. Просто если мы пойдем туда, куда ты смотришь, мы выйдем в районе газа. В общем, вот такая тут красота посреди папоротника. Особенно сзади. Пошли дальше. У тебя есть что сказать? Нет, нечего сказать. Можно заплатить за рекламу. Давно мы ее с собой в походы не брали. Ну да. Мы в основном что, берем воду до газированную. Да я снова решил на Пепси перейти. Кого-то выпотрошили и съели. Походу, где? Вот она, старая дорога. Ага. По ней пойдем? Или пойдем сюда? Да мне вообще. Пошли по старой. Нашли какую-то дорогу. Чё за дорога? Неизвестно. Кто знает, что это за грибы, напишите в комментах. Потому что я в грибах не силен. Но мне будет интересно. Он, конечно, похож на съедобный. Но меня что-то стремает. Я их готовить все равно не умею. Какой смысл мне брать грибы, если я их не умею готовить? Здесь черники сплошь. Вообще, вот как идет вдоль дороги. И туда дальше. Еще один гриб. На этот раз хороший. Ну, хороший-то он хороший. Но смысл мне его срывать-то? Нет. Да. В общем, не знаю, что это за гриб. Так что смотрите, как говорится, сами. Мне он ребенок говорит. Тебе, говорит, делать нечего, что ли? А что мне делать, если так разобраться? У меня отпуск. Чем еще заняться? Ну, мы пришли на какой-то перекресток. Где мы? Я так понять не могу. Так, что-то кусает. Сейчас будем разбираться на местности. Слушай, похоже, это на газ выход. Тебе так не кажется? А? Тебе так не кажется, что это выход на газ? Нет. Нет? Не та местность, думаешь? Да я просто не знаю, как он выглядит. Хотя ты прав. Ладно.
пошли смотреть, что там. Ходили-ходили мы и в итоге вышли на горки, где зимой на лыжах катаются. Там вот болото впереди, мы пошли на болото. Вот эта горка. Я с нее в детстве на лыжах катался. Дошли мы почти до болота. Там она. А здесь старая вырубка. Я тут обычно костер вот здесь жгу. Ну что, будем костер жечь или на болото? Я на этом болоте был очень давно. Тут дорога была, машина могла проехать. А сейчас тут еле пройдешь. Заросло все место. Здесь раньше лежал красный капот от какой-то машины. Я вот на нем жег костер. И бревна все заросли. Тут теперь даже толком посидеть негде. Когда я тут последний раз был, здесь следы были от машины. От грузовой от какой-то. Болото вон там впереди. Сейчас попробуем на него попасть. Я уже несколько лет пытался на него попасть. И все не мог. Здесь было водище полно. Вот выпала возможность. А в этом году по суше. Сейчас посмотрим, как далеко мы зайдем. Опа, похоже, мы пришли. Пам-пам-пам. Да, водище до хрена. Ничего не понятно. Я не знаю. О. Опа. Не, я уже все. Ха-ха, сапогами нахлебался. Ну все, дальше они, я уже тут. Сейчас решим. Дальше на... идти только в резиновых. Да не то, что в резиновых. Мы вот просто с тобой сейчас завязли прям в самой этой воде. Болоте. Да. А так тут вон место пройти полно. Нашли по суше маршрут. Вообще, смотри, четко, да, здесь? Не сказать, что прям совсем по суше. Че у меня, кстати, с глазом, блин, ветка туда попала. Опа! Не, ну как не сказать, что мы вон там шли, и что мы вдоль деревьев идем теперь. Хо-хоу! Ноги вон проваливаются куда-то. Опа. Перелез? Ага. Опа! Так, что-то мы с тобой где-то опять не там. Сменили мы имидж. Зажрали нас комары на болоте, да? Угу. На болото мы так и не попали. Там слишком мокро. Там уже, да, в наших дырявых берцах не пролезешь. Пошли мы домой. Потому что все равно делать нечего. Что-то костер у нас не получилось пожечь, ничего не получилось. Зато по лесу погуляли. Хотя сейчас мы еще там в одно место зайдем. По дороге. Да. Обнаружили. Елочка. Ель, да? Близнецы. Это сосны. А, нет, ель. Это ель. Смотри, снимай от этого. И что она раздваивается, да? Иди сюда, да? Ну ее и так видно. Вон. Сосна. Близнецы. Тоже из одного ствола две. Очень интересно. Может, здесь место какое волшебное? Фиг знает, может и волшебное. Так что вот так вот. В общем, вот такая интересная здесь вещь. Ладно, вырубай. Вон, их видно. Ну, резкость плохая. Видно-то их видно. Ну, долбится. О, один ушел куда-то. Ну, на большом телевизоре будет видно. Кстати, я, наверное, уже есть предположение, почему все деревья сверху такие голые. Да нет, это не от этого. Ну нет, вряд ли. Просто не могли они вот так вот выдолбить его. Но все-таки смотри, вон они что-то поддалбливаются.
Видишь кора? Угу. Корни. То есть, возможно... Смотри один, как высоко полез. А другой вон к этому идет. Все, я потерял их. Можешь мне найти? А, вижу. Вон один, а он второй шевелится. Как же они смешно долбятся. Оба подлетел.